Народы Центральной Азии и Китая связывают многовековые дружеские отношения и огромный опыт взаимодействия и добрососедства. Общеизвестно, что Великий Шелковый Путь, проходивший через территорию Центральной Азии из Китая в Европу, стал фактором развития и прогресса всей мировой цивилизации. В этом контексте хотел бы отметить символичную значимость проведения нынешнего саммита в городе Сиань, древней столице Китая, отправной точки Великого Шелкового Пути, нынешнего побратима туркменского города Мары, которого в давние времена называли воротами в Центральную Азию. Используя свой авторитет и наладив действенный механизм многостороннего взаимодействия в рамках нашего формата, мы сможем внести значительный вклад в утверждение новой повестки мира и доверия в международных отношениях, снижение напряженности, деэскалацию конфликтов, переход к диалогу и переговорным методам решения споров и противоречий на основе Устава Организации Объединенных Наций. Народные рынки и в случае заинтересованности сторон мы могли бы продолжить работу. Имеющийся у стран Центральной Азии и Китая совокупный потенциал, мощная ресурсная, промышленная и технологическая база открывают перед нами огромные перспективы в экономике. Мы рассматриваем этот формат в качестве платформы дальнейшего совершенствования экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой. Китай имеет колоссальный опыт и потенциал в этой сфере. Учитывая конкурентные